К новому учебному году готовы. 305 школ округа будут обеспечены высокоскоростным интернетом. С 1 сентября пользоваться возможностями всемирной паутины смогут ученики и сотрудники 85% школ, лицеев и колледжей региона. Оптоволокно позволит качественно проводить дистанционное обучение. Помех и перебоев быть не должно. Прежде интернет в учреждениях образования достигал 24 мегабит в секунду. Теперь в сельских школах 50, а в городских 100. Особое внимание антитеррористической защищенности и блокировке запретных сайтов. В прошлом году компания-провайдер построила оптические каналы 27 образовательным учреждениям. В этом в планах еще 31 школа. Через год планируется подключить к оптическим сетям все школы, детские сады и колледжи региона. Сейчас большое количество платформ, которые позволяют подать информационный контент зачастую так, как учитель в классе не может этого сделать. Он добавляется дополненная реальность, добавляются мультики, добавляются какие-то поясняющие видео, факты исторические, картины. Многие учителя столкнулись с тем, что дома они не хватает мощности интернета, и поэтому приходили на работу. Родители могут воспользоваться услугой домашнее видеонаблюдение и следить, чем занимается их ребенок, пока взрослых нет дома. При этом можно дистанционно общаться. Камера передает звук в реальном времени. Картинку родители видят в своем телефоне.